Такие целые, но... заржавевшие. Попробую их очистить. Посмотрим под микроскопом. Американцы совершили, прошу внимания, это не секретная информация.
620 проверочных визитов. Причем в святая святых российского ядерного оружейного комплекса. На предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов. Наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации. При этом соглашение носило фактически односторонний характер. В рамках второго соглашения американцы совершили еще 170 визитов. Теперь на наших точно такого же у меня нету. Может и есть. Много отличается. Всех имеющихся, наверное, поставим этот, отпадает, ну, вот этот, скорее всего, много раз его ставил, он такой как бы универсальный, подходит ко многим. Отверстия не подходят, поэтому просто выпрямим их. Причем сугубо в порядке доброй воли. Наши специалисты посещали предприятие ядерного оружейного комплекса США тоже, но только по приглашению и на условиях, определенных самой американской стороны. Так вот. Силового характера, скажем, бомбардировки Югославии, ввод войск в Ирак. Я возмужал за годы службы в разы, я просто сейчас вижу. Так, поставили. Потому что, ну, я вроде про себя. Я возмужал за годы службы в разы, я просто сейчас вижу на молодых мальчишках.
надеюсь, что молодой больше ничего не повредилось. Могу резинку поставить. Смотрим. Зарядка поступает. Батарея, видать, на нуле. Всем спасибо за внимание, друзья. Простейший урок по замене разъема зарядки на довольно распространенной модели сейчас китайской Meizu, как и в Европе, так и в России. Всем удачи!